канале Настя и Кита. Сегодня мы будем продолжать ловить наших бабочек, потому что этот день сегодня просто жаркий, а завтра будет еще жарче. Так что давайте будем ловить. У нас есть такой цветок замечательный, который мы сделаем бабочек. А я их подготовлю. Бабочки немного вредят огороду. Да. Они откладывают своих. Да, это личинки. Свои дела делают. Да, своих деток, и потом эти детки превращаются в гусениц и кушают урожай. Капусту. Особенно любят капусту, да. Ну, мы сейчас подсоберем немножко. Так, у нас еще на это. Опа, поймали. Сейчас мы ее посадим в банку. Ой, не вылетайте, народ. Так, смотрите. Кстати, если вам нравится этот прекрасный цветочек, ставьте лайк. Вы напишите в комментариях, как он называется, если вы знаете. А мы пойдем искать на другом цветочке или у нас там вот на малинке. Пойдем на малинку, там много бабочек. Пойдем. Там мы не удержались и начали собирать бабочек на клубнике, потому что здесь просто много. Просто проходит. Зря я открыла крышку! Интересно, почему их назвали бабочками? А как их надо было называть? Элита красота. Ну, в общем, они летают, и они красивые. Летающая красота? Да, летающая красота. Вот здесь их очень много. Белая шапочка. Поймала? Поймала, вот она такая красивая бабочка. И у него в кайфе. Я прохожу, они у меня прям летят бабочки. Прям, если бы они не делали белую корону. Я Настю глажу. Я тебя глажу по голове. Моя рука, сколько их тут? Ага. Вот они попалыхи. Попалась. Здесь, кстати, много этих шмелей или как это называется. Если им что-то не понравится, они тебя ужалят. Да, они, а я им нравлюсь. Наверное, мне раз тебя важно. Еще не жалили. О, поймала. Ты поймала, покажи. Мамочка. Ам. Вот оно. И тело. Еще две, смотри. У нас поймалась одна из них поймать. Ам. Ребята, смотрите! Кто там, пчела? Пчела, да. Пошлите, может быть, на цветы ловить? У меня такой вопрос, что я чувствую, что они здесь ищут. Ребята, тут была черно-оранжевая бабочка. Кстати, если вы видели такую цветом, ну, у нас ее, конечно, не получилось заснять, но если вы видели такой цвет, ставьте лайки и пишите нам в комментариях. Я, кстати, скоро буду, ну, когда уже бабочек там, ну, их уже так не будет, я буду собирать крылышки бабочек. Коллекционируется. А кто-то говорил, кстати, ну не в наших комментариях, а вообще мне кто-то из знакомых говорил, что бабочки живут месяц. Пора прощаться. Кстати, мы сейчас будем выпускать наших бабочек. Всем пока, не говоря. Давайте конечно. Давай вот так. Прихай. Ух ты, сколько на тебе бабочек. Бабочка! Смотрите, что это делает. А, все, одна осталась. Вот она, вот она. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.